потихоньку пробуем. Почему пишет, что Потихоньку. разрешения нет? Я уже сказал, что Нормально. Lost разрешения нет Empire около нашего из-за кипа бегает. времени, поэтому просто пытайтесь снова еще раз. Потому что это БДО. Кипов много, Понял, причем понял, Александр. воюющих кипов, поэтому такая. Так, сразу ловушки на слонов вокруг кипа все ставим, абсолютно все. Ставьте еще одну. Артиллерийских две, так что все нормально. Может, одно, один слона, две огненные, потому что сейчас, наверное, будет коневода ебаная. Ребята, апгрейдим огненные хвачи обязательно, в первую очередь, их очень необходимо сейчас проявить. Все, кто на пегасах, уехали в разведку. Прыгайте в кип, помечайте. Империум, Империум нашел. Хорошо. Ремонтка, если что, в чистоколе. Вот здесь вот на меточке. Нас уже пометили. Я же просил не открывать ворота. Какого хуя? Империум пометил. Валя клан полез, пометил, но их боец убьет уже. Ну, затычка сегодня там. Внутри кипа может зачистить и там ланку, я не знаю. Да, там затычек там боец один. Хуян. А, и рядышком кип БС, прям, через метр. Ставьте. Как там все повышается, хуево. Амбисы. А что ты империю не пометился? Внутри... Внутри кипа можно поставить, собственно... Где ремонтка, блядь? Собственно, внутри кипа можно поставить огненные ловушки. А. И одна снаружи. Отлично, я уже много вижу БСов всяких вроде кипов. Пометил. Вот битов пометили, там есть люди? А, внутри кипа ловушки потом да помешают перестраивать строение. Они взорвутся раньше, чем ты их будешь перестраивать. Все понял, ПК, спасибо. ПК-то все включите, у нас половина ПК не включили. Ребята, еще раз напоминаю, включить всем, абсолютно всем ПК на осаде, пока замок не упал, ничего нельзя делать. Без ПК ничего вы не можете сделать. Лучники, волшебники в траде заняли чистокол, вниз не надо спускать. Империум пометился? Так, ворота с 12 открыл. А, это бес охуеса. Стоп. У нас нет, 6, в огненках не сидят. А, о, садятся. Вышли, вышли. Их грейдит, потом садятся. Выходим из кипа. На 2 выходим... часа от бесов Dragon Империя кип. Блять. Альце. Они нашли, конечно, где встать. Да, прицов вижу. Вышли, вышли из-под кипа, вышли. Я ворота на 6 открыл, вышли из-под кипа. Почему так много еще людей в кипе? Так, хорошо. Закрыл ворота. Ставим ловушки под себя. Под себя ловушки понаставим. Я надеюсь, Умф у нас не заедет сейчас. Торс пометил. 200 есть. Так, пока заливаем варваров в традах. Ультой. Кроль, что тут улучшать можно? Баррикады, чистоколы? Баррикады. За ремонтки снаружи две баррикады стояло. Перед воротами. Что это к нам приехал? Это была разведка. А, все, я подумал, рейд. Больше одного тела было. ВРФ еще не пометили, я так смотрю.
У нас хвачки пустые. Ну, блядь, посади людей, ёбаный стыд, что ты мне говоришь? Мы баррикады тут немножко качаем. Я начал командир, говорю. 418. Зайди к нам. 468. Будешь помогать, подсказывать. 277. У нас в рейде есть еще гигант? Надо глянуть, если карта так в процов войдет, то мы можем тоже в процов войти. Ну, Dragon Empire заходил вижу, в Сатору. Прицов вижу. А там три состава прицов или один? Ну, два. О, два точнее нашел. Третий состав не видел, меня убили. Теперь. А чё у меня вообще? Фигня какая-то. Все стоят на местах, на месте. А в кашельке? Может, глюкануло пока? У меня что-то да, вообще с коня слезть не могу, что-то бред. Твиста говноеда убил. А где он, Твист? Спасение прожал. Внутри экипа, зачисти. Зашли, убили. Точки внутри экипа. Меня вообще в хибель обратно отправило. У меня глючит, или он застрял в чистоколе? Спокойно мог и в чистоколе застрять. Тут какая-то непонятная фича был скорпионом, почему-то собираются позади на замка. Часов. На 6 часов от нас драгоны, 200 метров. Рейд. Так, ребята. Готовимся встречать, ворота за... На 6 часов. 6 часов. А кого встречать-то? Готовимся. Разбавчики дали. Ешки вжали сейчас. Драгонов. Их надо каким-нибудь начинать другими цветами помешать. Где 6 часов? Невозможно, со сторилсом там дерутся. Они там заходили на Сторилс Dragon Pie. Блять, ну просто так. И они там дали, и дерутся. Блядь. И факт, что они к нам. То есть на 6 там стояли. Они ушли в стояли другую сторону. До этого. Нам надо идти, Оль, на 40 танк. Ладно, вернулись, кип. Свеча работяг, пустой кип. Да они точно всегда свечи. Чуть ниже меня, где вот бесов, где я умер, там империум. Я не смог пометить. Так, ребята, вышли на 6 часов все вместе. Все вместе сюда на 6 часов. Подсвистели лошадь. Долго будем так дальше стоять. Сейчас, смотрите, меточку поставлю, соберемся на метке. И выдвинемся на бесов, наверное. Ну, они там выставил, вроде все поехали вместе бьют статорию. Деф, откройте мне ворота, пожалуйста. Будут бить нас. То есть они прецы, Dragon Empire, Империум, бесы бьют статорус. Ну, они точно не с прецами. Ну, бьют и бьют, но а я не думаю, там, что прецы будут за них писаться там. Не-не-не, они как раз бьют. Блин, заехал вражеский. Да и пускай бьют. Блять. А дальше приезжаем, бить, ребята. Дальше на 6 часов движемся. Дальше на 6 часов проезжаем. Да, я в том смысле, что может прицов побьем сука, вместе со да всеми, тут, чем будем в такой со всех сторон, нахуй, просто весом приезжать. Так, вокруг блядь, них пизда. Союзники. Развернули сторону Орехазу, сторону Орехазу. Да нет у них союзников. Сейчас поставим. У Бармот здесь союзников нет. Ну, как бы они... Вот сюда вот, на метку соберите. А мы, получается, будем как на прицов. Пока просто соберем. То есть мы бьем так. Две пушки взяли, на кого ставить? Нет, 40 танок слишком сути мелкая цель, чтобы пока с лошадей принимать агр на них, как сейчас что-то пойдем большее по меткам. Так, готовимся вот сюда, вот по меточке движемся. Блять, там лагает еще пизда. Потихоньку выдвигаемся по метке на 6 часов. То, что все бьют прецов, это как раз таки очень здорово. Никому до нас нет дела. О, попробовать позже, спасибо. Слушайте, я пешим еду, но что-то вы не успеваете за мной. Тут лаги пошли, попробуйте позже. Пешим еду. Остановились. Бля, тут империя. Налево просто проехали их дальше на 6 часов. От их кипа на 6 часов. Здесь будет неосадная территория, потом разворачиваемся резко на 9 часов. Меточка, которая вырвалась. Точка на меня. Здесь нету вот. Бросаем коней здесь. Бросаем, хер с ними, с конями. Слезли с коней.
Шай забав, магия ускорения. Как быть? Спасение нажимать. На 9 часов движемся. Ровно на 9 движемся. А форпоста у нас нет? Чуть вперед буду вырываться, чтобы видно было, в какую сторону бежать. Все остальные за мной. А это кого они? Остановились. Назад, 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 назад. Короче, ебать, они тут понаставились, блядь. Нам не дадут нормально работать ни по кому. Мы либо с кем-то должны кого-то бить, либо чё, я не знаю. А чё так мало кипов помечено? Где вся империя? Империю мы не смогли пометить, потому что мы как раз мимо него пробегали. Сейчас могу пометить. Ну, два я вижу. А не, на 6 часов от бесов. Вот именно империя. Сейчас могу пометить. Просто... Минуту. А, понятно. Здесь всего два состава империи, два состава прицов. Так, ладно, давайте сюда, по меточке. Ребят, на мою меточку двигаемся. Фиолетовая меточка. Просто бежим вперед. Пробегаем, пробегаем. Пробегаем, просто пробегаем. Можно стропонусов по дороге попиздить. Пометил мы первым. Давайте сюда, давайте сюда. Блять, мы немножко прошли. Они вот здесь чуть-чуть развернулись в эту сторону. Пошли по бесам поработаем, пока. User disconnected from your channel. Закип обошли, закип обошли. Смотрим, откуда работают. Вот бесы, въехали в них, въехали. В бесов въехали. Отработали бесы. Пометьте аккуратно, залп почти на 1 час светом. От экипа. Добили бесов. Хорошо. Двое ворот, понятно. Потыкайте, посмотрите, с какой стороны огненные стоят. Скажите мне, с каких сторон огненные стоят. Окружили кип, окружили кип. Просто окружите кип. User joined your channel. Так, дантист, если умер, забери. Я еще жив, то опять под ворот, ну, под кипом. Встречаем вокруг, вокруг, вокруг кипа, ребят, окружили кип, работаем. Ребята, обойдите кип, пожалуйста, на 9 часов. Вот здесь вот куча бесов. Блять, убились. Смотрите, они, откуда они прыгают, и работайте им. Я пойду за флагом, сейчас подъеду. Да я ремонт. Первый БС с прицами дерутся. Потому что она в стене стоит. Встаем на метке, негде вставать. Разрез на кипе, берем лошадей и, соответственно, сейчас меточку да. Нашла. Куда лучше собираться? Вот здесь собирайтесь, на этой метке. Если там метка внизу, то, соответственно... Наверху собирайтесь. Рейд ВРов пошел в сторону бесов, убил наши пушки. Че? Ребята, кто, блять, открывает ворота? Вашу мать. Тут Империум и ВРы. Сказал же, не открыл. Драгон Эмпайр прибежали толпой. Они почему-то прибежали к бесам. Драгоны в спине нас переехали. Драгоны Эмпайре. Понятно, ребят, собираемся на кипе. Они все, наверное, бьют. Все, кто на метке, стойте, ждите на метке, никуда не выходите. Все, кто умер, вставайте, берите лошадей и вылазьте из кипа. Можно ворота на 6 открыть и выходить через них. Только закройте, пожалуйста, ворота сразу же, как только. Это 12. На 12 открыт ворота. Ворота закрыть сразу же. Как только выйдет.
Берите лошадей, двигайтесь. Кролик. Кролика тут нет. Нет, он в дефе. Да. Тот он игнорирует просьбы перекрасить их в другой цвет. Крой, перекрасьте другой цвет. Да, ну что, куда я им же писать буду? Я им сказал. Никому не надо перекрашивать. Ну, Нарел говорит, не надо. Выдвинулись все на меточку. Все в минометочку выдвинулись, доехали сюда. Пока я ставлю, буду ставить флаг за деф. Убивайте. Что-то меня опять не хочет пускать на эту Валентис. Не вижу метки. Вообще, на метке убейте. Что значит, пока не надо. Их можно в любой момент перекрашивать и отменять. Скипните прицов, скипните прицов. Скипните прицов. Вот спермоморов можете убивать, а вот а прицов скипните пока. Они просто тупо убежали. Ребят, ну что за хуйня? Меня убивают, вы стоите, блядь, дрочите. Что с вами... Я вам флаг не могу так поставить, блядь, если вы дрочите. Кто-то забрал пушку из непушкарей. Кто-то забрал пушку. Не я. Кто забрал пушку? Тоже не брал. Не брал. А, я не могу понять, а меня что, не слышно? Или слышно, что? Слышно. Мне то один говорит, то другой говорит, блядь. Один не видит метку, третий говорит, куда, блядь, едем. Вот еще раз метку продублировал. Метку продублировал, собираемся на ней. Сейчас будет флаг. Надеюсь, в этот раз вы хазадефаете, блядь, чтобы я его поставил. Так, Амир, если надо будет деф пушек именно от бесов, не от других тагов, то скажи, потому что другие мы не от деф. Да, просьба не забирать пушки. Ребят, пушки не трогайте, пожалуйста. Ебучая, блядь, ремонтка почему-то, блядь, в ебучем чистоколе. Поэтому... Тут флаг ВРов рядом. Блядь. Вторая снаружи стоит. Так, ребят, меняю меточку. Потому что мы, блядь, прямо на ВРах. Там вот, как говорится... Поставилась метка. Вниз спускайтесь, все спуститесь. Отсюда на 12 метров 200 флаг ВР. Я видел, где флаг ВР. Соберитесь, пожалуйста, на данной меточке. Здесь ставлю флаг, отойдите. Неподходящее время установки. Dragon Empire побежала куда-то. Ты, возможно, за границей. Так, стоп. Ребят, ближе к этой метке, не уходим. Вот я вам меточку бью, куда. Не надо уходить и агрить на себя. Отлично, флаг стоит. Поднимаемся обратно наверх. Поднимаемся обратно наверх. Так, стоп, не поднимаемся. Стоим. Не поднимаемся. Там рейд. Не поднимаем. Готовность. Пока разбафались. Слушайте, нас много. В спину МПР трогал. Поднялись сюда. Убили стропоносов, которые вот здесь на метке. Хорошо. Прошли сюда. Работаем с 3 часов по убесам. Убили бесов, поднялись. А кто, блядь, сзади метку, блядь, дублирует? Кто фиолетовой меткой, блядь, пользуется, сука? Аккуратно. Идет обстрел хвачи. Здесь огненная, хорошо. Здесь вроде ее нету, но здесь хвача. Он у них огр бегает. Здесь огненная, здесь хвача. Здесь огненная. Пиздец, конечно. Чистокол, собака двойной.
Понятное дело. Папа Огру пока отработай. И Огр. Спилите Агра, он в целом убивается легко. Рейдом. Что там упало? Black Snow. А кого не, конечно, да. Встречаем белые точки, которые у нас ходят. Попробую поиграть в этот перекрашиватель. Сейчас как бесы выглядят. Ну, вроде бы точно так же, как и были. А сейчас? Драгон, о, ребят, о, все, красные. Вот это вот коричневый субстанс, но это как раз вот бесы. Там импары слева, на 6. Ребят, не лезьте на других, работайте по бесам чисто. Вон, спрыгивают, просто встречать. И все такие в импайров прыгают. Ебать, Литос достал орка. Так, пока это... Слонов, ведите сюда, пожалуйста. Берс, хуяч стена. На флаг вернулись, на флаг вернулись, на флаг вернулись. Где несут флаг? Кто? Чуть погрызли. Хорошо, поднимаемся обратно. Поднимаемся обратно. Снова подъем здесь вот на меточке. Вернулись обратно. Ну вообще, там есть место где-то с 11 часов от их кипа, куда можно будет заехать на лошадях или на шам... Литос, 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 вот здесь обойди, вот так вот. Не-не-не-не-не, ты под огненным прям сходчивый встал. Вот здесь, смотри, вот, вот тут вот, есть только хвача, но нет огненных. Слонов бы сюда, где они, слоны? Есть слоны? Ну, не так должен. Я могу привезти, сейчас сдохну, приведу. Горита есть лошадь? Сейчас Шушу может привезти. Я на лошади. Хорошо. Так, ребят, переключились на 11 часов от кипа бесов. На 11 часов от кипа бесов. Убиваем бесов, которые пытаются убить огра. Работаем. Блять, вот это лаги. Воу-воу. Ебись, откинуло тупо. Я сейчас приду на лошади. Да? Да. Откинул и просто тупо сдох. Просто пиздец, конечно. Встречаем десант. Уже высадил. Слушай, помочь со слоном вывести? Но я еще не сдохла. Чтоб... Ребят, ну тогда я пока выведу его. Выводи. Чего вы тут... А, тут империумы. Убьюсь об что-нибудь. Или об кого-нибудь. На подъеме империумов ёбните, о, пожалуйста. Толбоёбов и наёмников. Ну, блин, ну давайте, чуть-чуть хп осталось. Добейте уже, что ли. И проходите, пожалуйста... Проходите, пожалуйста, до их кипа на 11 часов. Нет, я не сдохла, я на 100 хп выжила. Пушки работают? Меня еще похилили. Я достаю слонов. Морковку вытащил. Ворота. Придурков, которые пытаются нам сломать форпост, сразу убивайте. Только толпой не надо бежать за блейдером, пожалуйста. Ну, ёбаные, сколько раз говорил, не бегайте за блейдером толпой. Поднимайтесь наверх, пожалуйста. Чего вы там, блядь, все внизу постоянно торчит? Вот часть рейда здесь, часть рейда почему-то на форпосте торчит. Так. Правильно понимаю, что Огр отлетел? У
Говнодав завис на кипчу что-то. Что? Говнодава сложно вывести со скипом. Ну, спасибо за стройки, скажите. Морковка снаружи, а говнодав внутри пока. Долбоебов из Империум, который у нас летает. У нас сейчас под нами работает долбоеб один из Империумов. Ёбните эту шлюханычи ебучи. У вас в спине, если что. Сейчас короче, я предлагаю один рейд ресается на форте. Горида, и ресает возьми... коней, приезжает. Да, Горида, возьми, пожалуйста, свой рейд полностью. Ресни его на кипе. Кто-нибудь откройте возьмите ворота на 12. Где заедьте, там, где ты заезжал. Там вроде огненная недостатка. Меткой прям пробей туда, куда не заезжать, хорошо? Возьми полностью весь свой рейд. О, я умерла. Я отстану. Слона, к сожалению, не могут вывести. Все, вывожу, все нормально. Ребят, ну вот здесь отработайте. Ебучая фура, блядь, ебет меня. Почему вы стоите, смотрите? Оба слона снаружи. Вот здесь есть пробел между чистоколами, и сюда дамаг влетает. Если что, можно упереться и заносить дамаг вовнутрь. Вот здесь вот. Именно на моей метке. Пробел между чистоколами. Вот здесь двойной. Вот здесь одинарный чистокол, не двойной. Вот здесь надо будет долбить его. Под хвачами придется долбить. Смотрите, шлюханайчи снова зашла. Дантист, поехали. Она под камнем, поехали. Понятно. Больше контроля и замедления, и ёбните. Я сейчас попробую сменить им какой-нибудь рвот. Везём два слона. На красный. Хорошо. А лучше всего надо будет заехать в область. Всё остальное 2. Жопа. Сейчас вы с 11? Я сейчас покажу. Империумом сменил... Этот, на коричневый цвет. Более, ну, менее коричневый. Скребли вот на желтый. Слонов подведите на 12. Я покажу, где бить эту дырку. Этот тоже под камнем. Ребят, вот здесь под камнем блейдер. Только не бегайте за ним, просто ебите его так. Замедление хуй в гору дайте ему. А, не тролля, вы вытащили. Вот здесь отработайте, пожалуйста. Вот здесь прыгнуло очень много на меточке. Ребята, подойдите к их типу. С 12 часов. Где вы, блядь? Почему вы так растеклись? Ёб вашу за ногу. Вот метка, блядь. Вот сюда. Работайте вот здесь. Вот сейчас ребята будут заходить и работать в этот чистокол. Сломаем этот чистокол, зайдем внутрь кипа. Внутри замедление блейдеру и просто убиваете его. Все, мы здесь. Вот, смотрите, вот здесь, вот здесь, вот прям вот в эту дыру место, да, вот все прям сюда делайте дырку. Там не двойной чистокол, а одинарный. Опять шлюха на ищи зашла. Че, неподходящий Флаг цвет, готов. Другой сделать? Скажите ему красный цвет, все остальные слабые. Слоны, все, кончились. Коричневый не слоны видно бьют. Вообще. Слонами бьем. Вау, что за хер? Хорошо, я сейчас один другую... Один слон упал. А там это самое, там он огненко бьет, поэтому там прям хорошо так срезается хп. Нихуёво так срезало-то. Я так и не понял, здесь хоть что за хрень. Там огненко стоит, вот она тебе и срезала хп. Она до тебя достала. А это что-то Кассандра, что ли? Крутая такая, ну, комиксы какие-то. Ага. Шикарно. А что, она всегда такая была, не? Нет, ну, раньше было лучше. Ни разу. Там чуть-чуть хп осталось. Ну, вот зеленый чуть-чуть покрасил, надеюсь, будет видно. Четверть. Там, говорят, немножко осталось от кипа, от башни. Фу, блин, чесакова. А, ну пока по рейнджи, пожалуйста, позаливайте в чистокол. Дамаг хоть какой-то никакой идет, и он, соответственно, потихоньку допадает. У кого есть думы, бери, вставайте на кипе, берите думов, двигайтесь туда на кип. Надо будет отрабатывать. Да, зависания, конечно, жесткие. Блин. Опять, блядь, лаги начались. Твои ему. Да, телепорт. Да. Подтверждаю. Я и так полчаса заходил на этого сосу.
Я выкидывал. Зашел. Я даже не хилюсь. А это кто-то досит игру, что ли, или чё? Нет. Ага. Так, ну, я пока количество просто игроков не уменьшится, фартов будет лагать так сильно. Сварщик придурок. Просто везде байди идут. Сварщик. Все телепортируются. Угу. Пока с форпоста самостоятельно работает. Реально комиксы какие-то. В случае чего, у меня есть второй флаг, если что, поставлю. Хорошо, вижу людей. Вижу. Чистокол 10%. Почти чистокол упал. Ребят, зеленую метку, вот эту вот шлюханаичи видно зеленой? Там огр отпинается. Или тролль. Хорошо. Там тролль бесов, надо будет заливать его сейчас. Вроде разлагало. Вроде разлагало имса, да. Если там мразь заюзала камень в начале осады, то в целом скоро он спадет. Уже полчаса. Ёбните вот эту хуйню, дайте замедление, пожалуйста. Маги, где ваше замедление, блядь? А чё, он без мата не может, да? Сейчас его замутаем тогда. В смысле? Что с тобой случилось на каше? Да у меня стал таким рядом, ты представляешь, там такое... Пускай приживает. Говно лагающий, блядь. Да. Ради вот этого фана, блядь, надо ходить. Роботсёга напал. Ой, Кунаичи, где тут ходим? Кто-то бьёт в форпост. Маленькая дырочка есть. Слонов закажите, они уже должны были отреспить. Нам нужно догрызть щитокол. Мы один уже догрызли, там есть второй. Ребята, рейджи, постарайтесь, пожалуйста, по большей части заливать этот щитокол. Уже дырка есть, одна. Осталось... Маги, не забывайте похиливать своих. Все еще нельзя вызвать. Милишники, встречайте то, что заходит в спину. Очень много всяких ассасинов, блядь, в спине режут лучников. Опять эта шлюха Нейчи вернула. Залейте её дома, он же половина. Такое классное ПВП между варварами лагающими, а еще просто жесть. Отлично. Я отпрыгнул и вернулся, меня добил. Амир, работаете или что? Я что-то да, пока не Вы уже пристрелялись? А, вот, да, вижу снаряд. Да, да. Хорошо. Там деф не надо? Все нормально? Пока нет. Аккуратно огнемет отработал в эту... Сейчас я посмотрю здесь чудо как. Ага, у них две огненные в этом части. Ну, бля, компакт. Пока просто набивайте фраги спокойно. Гарида, там... Если как сделаете вторую дырку в чистоколе, сколько там процентов вы не заметите? По-моему, половина была у второго. Половина, да? Ну, постарайтесь, короче, мы постараемся руками его еще... 40% у второго чистокол. А, ну вот, его надо, короче, дохуярить и потом скипать лошадь. И 20% у третьего. Короче, там 20-40. Ну, хорошо, нам нужно хотя бы один чистокол снять, и будет все заебись. А, нет, тот, который ты говоришь, он двойной. Он нам не... Мой конь не сдох. Как ты смог? Шлюханаичи, ёбните.
Опять внутри в нас, блядь, шлюха Наич. Она так любит нас. У нее что, два камня, что ли, блядь? Бля, ну, ебать лаги. Аккуратно здесь империумы. И, конечно же... Ребят, ну зачем вы в империум залезли? Ну ебаный ваш рот, блядь. Ладно, одна шлюха, ну блядь, в рейд-то зачем? Сейчас отсюда уберут. Уйдите от, подальше от империи. Феодал точится. Блядьские лаги. Просто блядьские лаги. Хотели осаду? Получить осаду. Да нет, забери флаг. Ну, как сдохну. Всем готов. Ну вот, теперь на нас империя сагрилась, да? И влетает в нас империя. Ебашим империю, которая в нас влетела. Проходим, проходим. Ну, да. Около наших пушек появились бесы. Справляетесь, нет? Выделить людей? Да, человека 3, надо бы 4 выделить. Латрен, могу пойти. Пожалуйста, с собой пару человек кого-нибудь. И да, и найти тут уже. Сходите, отбейте, они чуть выше наш. А, меня убили в лагах. Чуть выше форпоста, на 12 от форпоста пушки стоят. Да, я пока принял, сейчас приду. Бьют империумы. Проходите и работайте. На подъеме бьют нас бьют империумы, работайте в них. Блять. Ебучая с... Может тыкнуть разочек метку, где пушки не вижу. Не, ну я открою карту. Я что, у вас ждет. Карту открой, но там прям... А вы еще все вижу. Обложиться под кого-то ради субботних осад. Ради этого что-то вообще не очень менять все обычные осады. Снимите бесов, чтобы не ломали пушки. Нам очень необходимо сейчас с пушками отработать, иначе, блядь, мы будем долбиться. Очень. Слишком лагает, кто-то зашел, я. Блять, я не знаю. Не у нас умер, не умер. Лагает, что пиздец. Ребят, подчищаем внутри флага. С разреза флаг подчищаем, потому что в него влетает одиночные цели и работает по. Затем поднимаемся, собственно, на эту на холмик этот и идем до. Двое бесов с кипа идут. Идем до кипа бесов. У скорого блейдера кончится камень на деф, так что будет легче с ним работать. Пушку нам сломали. Там еще есть пушки. Заберите. Да с этими лагами, блин, хоть законтролишь вот кого. Сюда, проходите вот в эту часть, пожалуйста, работайте. Вот в эту часть. Вот в эту часть, пожалуйста, работайте. Побольше рейнджовых атак вот именно с этой стороны. Вот этот частокол 30%, его надо догрыть. Работяги были вообще на... Не было, сварщик приходил, нам мешал, теперь уже не будет. На пушки идут еще люди. Минус там ставим. Стоят пушки, так что все нормально, работает. Я постараюсь посмотреть, что у нас... Так, на форпост прыгают две точки, зачистить. К сожалению, по ХП не вижу, что там у огненника. Амир, возьмите чуть-чуть прям в кип постреляйте немного.
Работаем. Потому что там в переднюю часть попадаете, а две огненные хвача сзади стоят. Кипа. Слона веду. У меня нихуя не отображается. ХП чистокол. А вот, смотрите, вот этот... На него меточку побил, постарайтесь в него заливать. У чего? У кипа? Не, у чистокола. А кипу мы проценты... Что ведет у слона? Хорошо, сейчас будут слоны, они также заедут и помогут нам... Там кунаич идет. Расширить дырку. В лагах не вижу, где-то близко. Да что ж такое-то, а? Что за лаги ебучие? Мне очень нравится. Нажал 5-6 скиллов, и потом ты почему-то умер. Дайте руки Тбиру захват и ёбните его. Где он? В такой момент от кунаичи валяется в 5 местах. Меня куда-то отбрасывает на слоне, судя по всему. Просто падает, появляется, падает, болеет. Дотекаем, ребята, дотекаем. Я ее два раз в захват даже взял. Кир по дороге попытался ее убить, как она подбегала. Свалил. Я умер от чего-то, но... Конечно же, блядь, играю. Я на свет сказал, да ну его нахуй. Гладкий свет. Ну все. Я ехала на слоне, потом был прогруз, черный кран, я резаюсь... Какой слон? Появляюсь где-то без слона. А, во, я его нашла. А, нет, там двойной чистокол везде, блядь. А, в натуре вижу его. Я на него теперь сесть не могу. Хорошо, давай, ну, да. Как бы вот вам субботние сады, в них долбишься давай. В чистокол. Пока не упадет чистокол, ты ничего не можешь. Ну давай. У меня вообще... лагало, было бы норм. А так, что бежит с Сейдж? Не вижу где. Фига, может, было 17, уже 10, да? Нормально. Угу. Так. Вроде упал. Ну, о, вроде бы. Где-то. Первый рейд, мой рейд. Развернулись до флага, отбили его. Развернулись до флага, отбили его. Хотя, вроде как уже отбили. Так, теперь меня бы... Я с... Я говнодав застрял. Вернее, он типа стоит посреди... равнины, но он не реагирует. Все, возвращаемся к ним на кип. Еще снизу вроде. На свиски не реагирует, сесть на него не могу. Первый килл, да ладно. Вроде не могу похилить, ужас какой-то. Встречаем то, что взлетает. Хасашин не заходит. Убейте, блять, руки Тбира, сколько можно, блять. Вот поймал его, ебите его. Отлично, уебали, молодцы. Ну, кыс, иди сюда. Ох. Все время пишу, попробуйте осады. Позже. Я даже ходить не могу толком. Слоны, ну, где вот там? Скоро? Я вот, честно, сейчас понимаю, что интереса-то вообще нет. Да что ты? Похоже, нахуй эти осады. Меня слон не слушает. А мы останемся среди этих людей? Я не могу ни сесть на него, ни посвистеть его вообще. Не, ну нас-то вроде пока никто не пинает. Потому что все пинают прицов. Ой, опять бежит. Слышишь? Там улететь в разные не, стороны. Не, ну это нереально. Вот они вроде стоят, но там заходят. Трапа упала. Угу. Где какая-то? Да-да-да, еще трап ставьте, трап топ. Так, ребят, немножко отвлекся. Сейчас я встану, подойду. Ну, он вроде как раз наперед F врывается, но ничего нет. Что-что? Да, вокруг меня какие-то люди пробегают, я пытаюсь сесть на слона или посвистеть его. Просто на самом деле там не слона, а не тебя. Да, ни меня, ни слона нет, на самом деле, да. Да все очень просто, тебе просто надо попробовать позже. Действительно. Давай, попробуй позже. Хасашин идет. Ульти, дентист. А пушки-то хотя бы... Меня что-то бьет.
Так, ребят, с разреза, пожалуйста, захват. Отбивайте флаг. А может, и нет. У нас опять зашла какая-то хуйня. Вроде да. Да, да. Какой-то момент написал, флаг 40% во время... уже сгрызли. Передвижение на транспорте, что нельзя его позвать, вы чё? На каком транспорте? Я на своих ногах. Чё делает БС? Ну, первые были на прицеле все время. А сейчас хуй. А кто-нибудь видит говнодава? Может, это вообще у меня только чисто это... Блять, у меня загрузка началась в игру. Там 10% частокола. Ладненько, поднимаемся. Ты на карте видишь нас или ты рядом? Во. А, сайт же бежит. Ну смотри, у тебя даже сесть не получилось. Кастую просто под пушки, не знаю. Должен умереть. Не получается сесть. Все еще продолжает лагать, блять, я нихуя не вижу, меня откидывает, я даже до экипа не могу дойти, я дохожу, умираю. А тут еще и Dragon Empire прям под бесами стоят, просто охуительно. Старайтесь их не багрить на себя. Если влетает, сразу пиздите. Ну, главное, чтобы не влетали. Вроде Сейдж только остался, убили. На пушке сломались. Блин, опять вообще все сломалось. Я вижу Литоса. Да, я вижу говнодава, на котором ты сидишь, которым ты управляешь. Ну, рыбных тварей, короче, срезали. Сижу, я вокруг сейчас, него может, бегаю. Отлагает. Ты на нем сидишь. Обычно из этих тварей, блядь, лагает. Что-то начало лагать сильнее. О, Сэч, блин. Я вокруг него бегаю. А, я пытаюсь на него сесть. Я прыгаю в скилл, меня сразу на него выкидывает. Как? Нет, нихуя не отлагало, меня снова загружает в игру. А я с кастой скилл, меня прерывается. У меня получилось сесть на смана. И все, никакого скилла. Империум уже все. Нет, ты не понял. Залезь в корзину, в смысле. У нас зашла империя, и не пришли тэфать бесов. Либо убивать до бесов, хуй узнает. Давайте я попробую на другого персонажа зайти, а потом вернуться. Да, знаешь, на Лелин Соляра все-таки получше было. А, ребята, отошли от их кипа, отошли там. Ебите империю просто. Империум в них урывается. Просто вы хотя бы на него сесть сможете, наверное. И драгонов тоже бить заодно. Они у нас лелят. Ладно, отошли до флага. Все ушли к флагу. Сгруппились на флаге. Куда они внутрь решили забраться? О, а чё, можно пушку сесть? Так, я ушли от нас. Пушка занята. Да я шучу. Я понял, что они бесов ушли. Так, скипаем бесов, уходим на кип наш. Блин, движемся к кипу. Просто бежим к нашим кипу. Чё делать, где надо было? Нам продолжать стрелять? Нет, нет, сворачивайте пушки. Убирайтесь. Убираем, уходим от бесов. Мы, скорее всего, будем следующей целью. Сейчас получится сесть. Сейчас посмотрим, где я вообще найду. Появились. Я на него сел уже. Ну, делай что-нибудь. О, я... А где я? Сворачивайся, движемся. Идут. Дантист, отвечай. Ну, можешь попробовать какой-нибудь чистокол? Дантист, кипу убежал. Давай, никто не залазит сейчас. Все стоим снаружи. Была команда сваливать на свой кип. Ты гады, Дантист, запрыгнул. Все просто дотекаем до нашего кипа. Ну что, пойду солью тогда чистокол. Никак не может сориентироваться, ну, где попробуй, наш кип. Ну, попробуй, да. Я думаю, это будет самое логичное. Стрёмно, если ты сюда запрыгнул, то и другие смогут. Так, внутрь кипа все лучники, да. Лучницы залезли. Я открыл ворота с 6. Все рейнджи зашли в кип. Все рейнджи в кип. Кто-то с 12 открыл, кто-то с 6. Все рейнджи в кип. Я рейндж, пустить. Не надо. Дантист, ты не рейндж, уходи отсюда. Чё ты стоишь? Маги мне нужны, маги останьтесь. Маги мне очень нужны снаружи. О, чуть не выпрыгнул из него. Я опять чуть не выпрыгнул. Фух. Слишком сложно. Все, блин, закрыл. А тут ломали. Там уже драгоны, хреначе. Ну, упали Саторус. Так, смотрите, я говорю отход на 12. Все резко берем и обходим на 12. Справа, слева от нашего кипа. Не стоим. Да я понимаю, что они убивают два состава. Я ничего не могу с этим поделить. Если мы сейчас придем...
помогать, ничего не, от этого не изменится. Поэтому по команде отходим на 12. Блять, ничего не грузится, не все лагает. Вот этот забор, только не бегите, там пушки с пушными рядами. Зашли в кип, починились. А, нет, стоп, не надо в кип заходить. Вот ремонтка сразу стоит на 6 часах. Подошли, починились, достали лошадей. Просто достаньте лошадей, не садитесь на них. Не, да я понимаю, мы же оттуда ушли, потому что они зашли на них. Получается, остались БС, ВР и Империум. Просто присоединяться к кому-то. Ребята, кто-то знает, где стоят Акаони примерно? На горке слева? Тоже не видел Акаони. Мы поищем, у меня человек вроде бы думает, что около ВРов. Он сейчас пойдет проверить. А, все, Акаони стоят под бесами на 6 часах. Все верно, правильно, Нурион правильно говорит. Все ясно, где Акаони. Долго. Но не ясно, что они делают. Не возможно, вообще. Засосались с Империумом, но это не точно, раз они рядом там. А мы куда-то в другое место сейчас уйдешь от кипа, заедут. Говорить, я Таир замутал, а то он слишком много. А они на бесов. Два рейда. Ну, это он. Плохих слов говорит. Мне сын уже замечание столько сделал. Империя не... С кем ты там собрался договариваться, блядь? Да. Ты когда наушники купишь? Они уже их, наверное, раздолбили, мы там одну трубку сделали. Ты его объясни там, я не знаю, то что игрок тебе не друг. Ну, ему попробовать. Бесов уже 10%. Объясняй так, что... Бесов уже 10% купок. Они сейчас уже упадут. 20%. Да, ты ему показываешь, как не надо он быть. Он их всех знает, какие слова говорить нельзя. Вот 4 пушки. Сам научил, да? Да при чем здесь? Фига, как нас много. На самом деле, купил бы, давно бы уже уши не ебал, все мозги. Да ладно, забейте. Ворота открыть просто можно, говорите, нет? Если что. Откройте, только быстро зайди. Да, блин, Зараф, я прям вот сейчас побежал за наушниками, F5. Да? Ну так купи сразу две пары. Тебе 5 лет нету. Так, ребята, бесы упали, готовимся. Сейчас, скорее всего, к нам два рейда придет. Так, блин, я про сейчас говорю. Арнджи, пожалуйста, потом. Занимайте потом позицию. У меня, на, собственно. Скорее КБС всего, на 12 сейчас собирается. Скорее всего, сын рядом не будет. Готов сидеть, флаг, да. Готов слон. Вроде не атакует пока. Себе купили, Дантис, забери флаг. Все равно в наушниках. На БС пока у нас не будут въезжать, ребят. Не выиграйте, пожалуйста. Зато там уже побежали в атаку. Ребят, понятно. Не влетайте, пожалуйста, в БС. В БС пока у нас Империя пошла на кого не похоже. Они от бесов пошли на 9 часов. На нас залетело... Нет, теперь заходит БС. БС на нас. А, у нас БС зашли. Просто 10 и 50. Ребят, 6 часов встречаем их. Ешки нажали... А... Так. Никто не выходит из-под кипа. Никто не выходит из-под кипа. Ждем. Ну, я что могу сказать? Отлично договорились с БСами. Жесть, какая урона. Какая жесть, какая толпа. Так, на нас БС сели. Значит, это заебись. Мы, короче, работаем сейчас с БСами. Готовимся встать и на 6 часов выходить. А огненные хвачи, работайте. 6 часов, ребята. 3, 2, 1. Открывая ворот, выходим на них. Вышли. Лошади с 3 часов бьют. Лошади с 3 часов. Огненные хвачи, работайте, пожалуйста. Слон тоже зашел с 3 часов. Слон зашел с 3 часов. Работаем. В смысле зашел? Это наш. Этот, не то. А, ну ладно. Нет. Да, это не наш. Осадка, пожалуйста, отработайте хорошенько. Заборы закрывайте. Бейте прям в нее.
Уязом выходите через нее. Дырка в заборе на 9-10 часов. Ребята, вот, 3 часа, ребята, ну огненный, хвачи, пожалуйста, работа. Так, все встали, на 6 часов выходим. 3, 2, 1, купола Ешки вниз вышли. Вышли, метка, блядь. А, ну, конечно же, лагает и... Выходим из-под кипа, все вместе вышли. Рыжи не выходят. Ворота открыты, работаем в ворота. Огненная возле ворот на 7 часах. Но пожалуйста, дырка. Стреляй в ворота. Ну, конечно, дырка, потому что никто не стреляет туда, куда надо. Ёбаный ворот. У нас 3 часов дырку делают, блядь, огненные хвачи уже стреляют, делали. Блядь, на 9 часов. Просто заебись. Даем разрез, работаем на 3 часа. Работаем в БСов, которые не красные. Потому что вторые БСы, они полегче. Ворота на 7 часах, ребят, открыты. Встаем, выходим через них. Пошли. Выходите на 7 часов, пожалуйста. Просто с разрезов врывайтесь в них, пожалуйста. Там сейчас слонами уже расширятся. На 3 часа работаем. На 3 часа, вот в эту меточку. Выходите, пожалуйста. Где все милишники? Чё, блядь, все милишники дрочат в кипе? У нас уже дырка на 3 часа, может, не ворот выходить. Я и говорю, чтобы вы работали на 3 часа, блядь. Да не в кипе же доработать, надо выходить. Ребят, на 3 часа выходите. Меточку пробиваю, в какую сторону идти работать. Вот в эту сторону работайте, пожалуйста. Выходим. Все, кто умер, лежим. Напишите разрезы. Ворота закрыть. На 7 часах ворот закрыть. Готовность встать. 3, 2, 1. Жмем встать. И выходим на 3 часа. Прям в дырку. Просто выходите прям в дырку, пожалуйста. Ребят, вот в эту меточку можно, пожалуйста, выходить. Хорошо, отработали. Следующий разрез ждем. 15 секунд до разреза. Ждем. Не встаем. А вот хвача стреляют. С правой стороны от кипа огненные хвача. Работайте, пожалуйста, в эту сторону. С левой стороны от кипа огненные хвача. Тоже работайте, блять, в другую сторону. В противоположную 9. 3. 2, 1, дали разрез, вышли на БС на 3 часа. Вышли, просто скипаем агра и влетаем. Они легкие, ребята. На 9 часов бьются легко. Дырку сделали. Просто вышли, убили. Хорошо, отработали. Следующий разрез 25 секунд ждем. Остальные работают. Зато не никто надо не думать, встает. Кого целиться, да? Три часа не, выход. Там, где у нас дырка, три часа. Я на него метку бью. Готовность. Умираю, наверное, быстрее, чем вообще что-либо происходит. Готовность к вставанию. 5, 4, 3, 2, 1. Нажали разрезы. Вышли на 3 часа. Разряли разрез, вышли на 3 часа. Ну, я вылетела. Ха-ха. Кролик, боевой дух битвы на деф быстро дай. Боевой дух битвы на деф, ну, кролик, давай, сейчас, быстро. Сейчас. Выходим. Дал. Есть боевой дух битвы. Но выходите, ребят. Ну, я его прожал. Пожалуйста, проходите в середину, то есть спину точнее. Там очень много стоит лучников, лучниц там и так далее. Лучники сразу к скале оттянулись. Да. Ждем разрезов, не встаем. По команде. Вэры прошли. 15 секунд. Еще. Пришли вэры, ебать. Нас убивать еще и вэры пришли. Охуенно. Возможно, пришли помочь. Я вижу, что вот вы... Я вижу, как они помогают. Блядь, нахуй, как они заходят ко мне в кип и говоришь, возможно, пришли помочь. Отличная помощь, ребят, встали. Сейчас все встали. Отрабатываем внутри кипа. Еще мы помогаем ВРам.
Хорошая помощь от ВР, блять. Вот, возможно, они пришли помочь, зашли в кип, сломали нам, блять, все нахуй. Встретили в спине ВР, отработали в них. В тучке, заебись. А, против хентай. Теперь нас ВР грызут, а еще пушки работают. Ебать, ебать засосы. Ага, ВР отошли, БС стоят, смотрят друг на друга, никто никого не пом... Ух, ебать. Готовность может, стать, нам все палатки срезали. У кого есть сейчас разрезы по моей команде? 3, 2, 1, разрезались. Отработали на 9 часов, ребят, на 9 часов, в противоположную сторону. Работаем в противоположную сторону. Огненные хвачи, работайте в противоположную сторону сейчас. Огнеметы по КД просто жмите. Жмите огнеметы по КД. Там все огненные заняты, надеюсь. Следующая волна, готовность стоять. 3, 2, 1. В сторону ВРов вышли на 3 часа. В сторону ВРов на 3 часа. В сторону ВРов на 3 часа. Лол, я в Валенсии мёртвый. Там отхилы пошли. Так, лежим, не встаем. Долго, может, погружался, всякое бывает. Лежим. Готовность встать через 10 секунд. У кого будет разрез? Так, огненная и хвача с правой стороны на 3 часах. Работайте сейчас в 3 часа. Огненные, которые с 9 часов, работайте в 9. 3, 2, 1. У кого есть разрез, встали. Ушли на ВРов. Ушли на ВРов. Работаем в ВРов. Сразу с разрезом. Жмите Ешки купола и работайте самостоятельно. Залп хвачи пошел. Хвача хорошо отработал туда. Выходим. Остальные ждем следующего разреза. 3, 2, 1. В БСов пойдем. В БСов пойдем. 3, 2, 1. Встали. В БСов на 9 часов. В БСов на 9 часов. Прям пушку возле нашего. Хорошо, вижу, нарезаем немножечко. ВР. Ну там пару киллов я там сделал, еще кто там сделал. ВР пушку прям на выходе из кипа поставили, стреляет прям. Следующий разрез через 10 секунд. 3, 2, 1. Дали разрез. На ВРов вышли. У кого есть разрез, встали. Кролик, подготовь нам разрез. 30 секунд, что быстрее. Кролик, готовь нам разрез. Готов. Только жди на Твине или где-то там и готовь разрез. На Твине стоит, в городе ждет, кнопка открыта. Ты, мы, слушай меня внимательно, не говори ничего. Мы сейчас станем, убьемся, ты дашь разрезы. Готовность стать все остальные. 3, 2, 1, встали, вышли на ВРов, убиваемся. И затем будет разрез уже за гнев духа. Нам упадем. Ну чё ты, да. И так, БС. Давай разрез, давай разрез, давай разрез, давай разрез, давай разрез, да, разрез, разрез, встали, 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 резко, встали. Встали резко на 3 часа, на 3 часа, на 3 часа, ВРов, 40. Спермоворонов, ебашим. Дальше, 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 дальше. Хорошо, у кого еще будут разрезы, встаем. Мы его отдали, только что разрез. Лаги чмо. Они же, получается, тоже наобум все это делают. 10%. Хорошо, у кого есть разрез, остаем, если... У них просто лучше. Нету лапы. Угу. Они просто стоят и просто пуляют. Ну да. Так, хорошо. Лучик там пиздец. Собираемся в рейд-канале. Наемникам спасибо. Быстро в рейд-канал и разъедем.